2020 год в России объявлен годом памяти и славы, маршрутами величайших сражений, дорогами главных исторических событий. Сквозь века идет наш народ-солдат, идет народ-победитель. Вечно живут в памяти людской имена и подвиги легендарных и безымянных героев России, защитников Отечества. Жизнь Это дети седого Таймыра, что нуждаются в нашей любви. Добрый лед, наша добрая сила, дети тундры, мой подари. Чтобы жизнь наша стала счастливее и красивее стала в 100 раз. Добрый лед, дети будущее России, и этот год начинается с нас. Добрый лед Таймыра приветствует участников благотворительного. Составив сборную на благотворительный аукцион, участниками которого также могут стать все желающие и увеличить стоимость своего входного билета до любой суммы. Мы желаем всем доброго настроения и доброго льда, а хоккеистам доброй и блестящей игры, спортивной удачи и азарта. Дорогие друзья, сейчас